Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов, обувание коньков Никола Ланкре. Первая половина 18 века, холст, масло, 138 на 106. Никола Ланкре, известный французский художник и коллекционер, представитель стиля рококо. Образование получил в мастерской Дюрена, затем у жанрового и театрального живописца Жилова. Создавал галантные, а также жанровые и театральные сцены, картины, иллюстрирующие произведения французских драматургов. Они отличаются изысканным, но несколько блеклым колоритом, мягкой манерой и декоративностью. В полотне «Обувание коньков» Ланкре изобразил зимний пейзаж. На первом плане, облокотившись на парковую скульптуру, стоит девушка. Приподняв подол платья, она позволяет спутнику надеть на свою ножку обутую изящную туфельку конек. Мужчина, опустившись на одно колено, бережно обвязывает ее розовыми лентами. Молодые люди обмениваются нежными взглядами. Композиция работы напоминает театральную мизансцену, где персонажи действуют на фоне декорации. Усиливает зрительное деление на планы колористическое решение холста. В костюме красавицы преобладают теплые оттенки. На фоне пейзажа в холодных тонах фигура начинает доминировать. Камерность сценки Ланкре подчеркивает, помещая на первый план фрагмент дерева, словно обособляя ее героев. Ну, такое описание к работе «Обувание коньков» Никола Ланкре я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания, смотрим работу.